Всем привет, сегодня 1 июня. Вот так уже, вот такой размер имеют инжирные нектарины. Данный сорт Консетина. Завязи пообрывал уйму. Оставил чуть больше, чем на обычных персиках и нектаринах. Лучший размер у них 100-120 грамм заявленный. В том году были, то были, не ошибаюсь, до 90 грамм. 80, 90, 70 грамм были. Дерево молодое, оно может в первые 2-3 года, как бы не показывая заявленный размер, оно должно окрепнуть, быть мощным. Корневая система была. Хорошее питание шло, чтобы они были крупные. То есть очень хорошо вяжется нектарин. Очень хорошо. Вот такие уже висят плоды на нем. Такие плоды на солнце с загаром. На солнце с загаром в тени дерева внутри. А ну долезть. Ай-яй-яй-яй-яй. В тени вот такого не цвета. Ну, у меня донат в том году в тени вот так вот был красный-красный. То есть даже солнце не попадало. То есть тут их залеплено. Я сниму, когда они поспеют, видео за него. Покажу, какой размер, какой вкус, когда поспевает. Так, это у нас получается Консетина. Вот дерево. Вот дерево. Это донат. Вот это донат идет. Вот есть трещины на плодах, но они не гниют нормально. В том году тоже трещинки они заживают. И вот тоже тут он уйма зеленого цвета, не видно. Может, среди листвы тоже такого размера. На солнце. На солнце они тоже с таким загаром. Вот. Плодов много висит, оно в листве не видно. Так плодов много. Я сильно аж говорю, прорядил его, плодов оставил все равно много. Ну, рост дерева. Получается, я его делаю шариком. Не угнетается, побеги мощные. Вот снизу какие побеги идут отличные. Сорт, я понимаю, сильно рослый. Я его уже прищипывал, надо еще прищипку приводить. Зеленая операция. Вот как оно выглядит. Сдалека. Вот это получается донат. А вот это Консетина. Шарообразные делаю. Не чаша, а именно шариком. И внутри плоды. Внутри не пустота, а вот куча листвы. Ну, там все отлично. Вон их сколько висит. Все отлично получается и так тоже. Чуть-чуть неудобно проводить операции. Это персик я показывал, как я делал нормировку вавиловский. Вот он какой имеет форму. Уже плоды на 1 июня. Можно видеть. Крупные, их немало. Уже размер набрал. Если все оставил, то были бы они в два раза меньше. Были бы в два раза меньше плоды. А так они и внизу вот висят плоды. Плоды есть. Это не то, что тут плодов предостаточно. Тем более у него размер будет хороший. 200, 250, 300 грамм. Так что в плодах. Они подросли, хоть видно стало. А вот тоже посажено дерево нектарин донат. Колеровку делал в жардель, в абрикос. Кстати, очень хорошо приживается на жарделе. И Консетина, и донат, и бигтоп.
получается дереву тогда второй год. Вот он за год у меня на жерделе была прививка сделана. Жердель была толстая, с хорошей корневой системой, сам подвой. Вот оно за год выгнало в том году вот такую деревину. Вот, я ее даже обрезал, она была высокая. И уже завязалась, получается, на второй год. Вот нектарины уже висят. Уже штучек, наверное, 15 есть на нем. Штучек 15 висит. Нектарина. Урожайные сорта. Быстро входят в плодоношение. Уже висят на таком двухлетнем деревце. Даже не на двухлетнем, на этому год. Это второй год. Ха. Вот их уже сколько висит. Сорт супер. Мне он донат самый больше нравится из всех персиков и нектаринов. И по сладости, и по аромату, по вкусу. Если бы размер был больше, такой бы грамм бы под 200, вообще была бы красота. Нектарины. Это самый раньше воспевает, это Супер Квин. Опа. Что это за клей же? Тоже висят. Вкусный беломясый сорт. Такие вот они. Солнце, наверное, плохо видно будет. Такие висят. Это персик у меня Flaming Future PF23. Тоже вот он, дерево уже 6 лет дереву. Тоже плодов вот много, плоды крупные, плоды по 200, по 250 до 300 грамм. Кисло-сладкие, мякоть плотная у них, вкусная, тоже плодов много. Но боится весенних заморозков, когда цветет, то есть если минус 2, минус 3 осыпается. Если инжирный не осыпается, то этот у меня один год осыпался полностью, цвел. И все осыпалось. В тот же год, когда цвел нектарин инжирный. Плодов куча, завязалась. Персик хороший, да. Начало сентября поспевает. Вот такое сейчас покажу, имеет дерево. Размер. Вот оно. То есть, куда достает рука, все выше. Вот получается моя рука. Все выше, потом обрезается. И летние операции, когда провожу, и осенью, когда персик уже плодоносил, все срезаю вот по вытянутую руку, куда можно долезть. И сейчас тоже все вверху надо подрезать, чтобы вот эти вот нижние паганы отрастали, чтобы внизу был, вот получается, ствол, чтобы внизу был урожай. Потому что если там ничего не резать, внизу будет голое. Я вот сейчас покажу, у меня Early Crest. Вот я его чуть запустил, получается, перегрузил. И у меня полностью стал ствол голый. Было вот в том году на этой веточке, блин, наверное, штук 6 плодов на тоненькой. Ну и так же самое, их повырезал, вот куча веточек было. Короче, перегрузил, вверх тоже сильно не подрезал. У меня вот он стал низ голый. Вверху вот он все зеленое, красивое, а внизу борода. Внимание, ничем. То есть, чтобы вот этой бороды не было, надо постоянно вот это все обламывать вверх, прищипывать. Ну, естественно, не грузить его внизу до такой степени, чтобы он просто там еле-еле выживал. Надо обязательно, вот как вот тут снизу плоды, вот внизу идут вот такие паганы. То есть они идут из-за того, что я его постоянно фигачу вверху. Вот с нижних этих вот такие паганы вот идут молодые, на которых будет в следующем году хороший урожай. Вот он, вот один паган, вот второй паган. То есть эту ветку я буду убирать. То есть будет
за место этой ветки вот паганы пошли молодые. То есть вот так вот она. Вот молодые паганы снизу. Вот молодой паган снизу. Вот молодые паганы снизу идут. Чтобы они шли, надо фигачить вверх. И так его фигачить, чтобы он не уходил туда куда-то, в небеса. Любят здесь люди в небесах собирать урожай, лазить там по лестницам. Я категорически против этого. Это очень неудобно. Как обрабатывать, так и собирать урожай, так и нормировать. Короче, это очень неудобно. У меня они имеют вот размер на мою руку. Куда я рукой достаю, выше все обрезаю. Как-то так. Тоже сорт кондор. С носиком видно, он такой интересный. Сорт кондор. Короче, на 1 июня вот так оно выглядит сейчас все. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.